Обычно эти люди светлые, позитивные, добиваются нереальных высот в области философии, психологии, преподавательской деятельности и даже религии. Обладатели этого имени наделены разными талантами и способностями. Неоценимые качества помогают им многого добиться в жизни, достичь тех высот, о которых они мечтают. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Поведение владельцев этого имени предугадать сложно. Человек может быть в данную минуту очень открытым, дружелюбным, общительным и позитивным, а через несколько минут стать социопатом и затворником. Предугадать такую смену настроений практически невозможно. Обладатели этого имени фанатично воспринимают различного рода символы. Некоторые символы захватывают их головы до такой степени, что их невозможно ни в чем переубедить. В аргументировании своих действий они могут ссылаться на мистические вещи, которые в реальной жизни по существу не играют никакой роли. Если владельцы этого имени не смогли устроиться в жизни так, как хотели, то они легко впадают в уныние, депрессию, апатию. Тогда эти личности обращаются к своим родственникам, зачастую к матери, так как они считают, что окружающие не смогут им помочь и дать дельный совет. Окружающие уважают этих людей, постоянно к ним прислушиваются, ценят их мнение. Слово человека с этим именем ценится и стоит дорого. Но не стоит забывать, что дружеские отношения с этой личностью просто опасны. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Люди с буквы Х всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук Х в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте с числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.